Полицейские кинологи, бойцы Росгвардии, спасатели, сотрудники дорожно-патрульной службы, а также участники отрядов «Юный страж порядка». Все они принимают участие в открытом инструктаже нарядов, которые заступают на службу в органы правопорядка. Гарнизонный инструктаж является своего рода визитной карточкой правоохранителей, а для жителей Брянска – наглядным примером готовности сотрудников прийти на помощь в трудную минуту. Отмечу, что в настоящее время оперативная обстановка на Брянщине остается стабильной. Статистика подтверждает сокращение уличной преступности, количество разбойных нападений, преступлений, совершенных несовершеннолетними. На торжественном мероприятии были отмечены мужество и героизм представителей силовых структур. Помните, что ваша служба неразрывно связана с обеспечением прав человека и гражданина. И каждый из вас олицетворяет правоохранительную систему страны на территории региона. За отдельные заслуги сотрудникам органов правопорядка были вручены награды. Также для обеспечения стабильной и результативной работы силовых структур генерал-майор полиции Владислав Толкунов и представители областной власти вручили ключи от 25 новых служебных автомобилей. В завершении мероприятия участники гарнизонного развода маршем прошли по площади партизан и приступили к своим должностным обязанностям. Игорь Дударев, Александр Власов, Брянск.